will require us to do, and will be positive. Anything you think they got wrong? Если сейчас спрошу, сколько сейчас времени, ответ правильный будет. I need to think about that more. Две минуты, этот ответ уже будет ложь. Так? Вот теперь представьте, что мы задаем человеку в китайской комнате, у которого есть иероглифы и программы, вопрос, сколько сейчас времени? Как он на китайском? Мы показываем ему иероглиф, который означает. Он ничего не знает, что это означает. Он просто видит иероглиф. У него есть программа, в которой он должен найти ответ. Но вопрос, откуда программист знает, когда мы зададим вопрос? Программист это знать, Senator, если это не божественный программист. Но этот вариант Тьюринг тоже утверждает. И в тест Тьюринга не предполагается, что программист обладает все знаниями. Этот вариант просто не учитывается. Очевидно, что речь идет о обычном программисте. И на самом деле даже если предположить, что все знающие там возникают противоречия. Поэтому даже это не спасает. Но мы от этого просто абстрагируемся. Да. Senator, I'm not actually sure what that is referring to. Some people have referred to them as можно. Можно. Я сейчас об этом скажу, да. Senator, конечно, это хорошо, что вы заметили, действительно, так можно. Давайте пока не будем об этом. Вот разберем простой вариант. Вот в самой вот в программе, Senator, которая... Если нет этих дополнительных программ, нет никаких часов, которые можно соотносить, то вот нельзя на этот вопрос ответить. Можно уклониться от вопроса. Да. Вот такой ответ может быть за программой. Если задают индексикальные вопросы, допустим, как-то можно по внешним признакам определить, то надо давать другой человек. Например, я взял с собой часы. Можно ответить. Senator, no, I would... Это вполне по-человечески. Но проблема в том, что то есть мы не сможем сказать, что это машина отвечает. Вот на основе такого ответа. Но проблема в том, что ведь мы можем сколько угодно задавать индексикальные вопросы. Если машина будет систематически уклоняться, или человек систематически уклоняться, ну, мы же, что вы видите перед собой? Вот, есть ли на столе перед вами банка Coca-Cola? Он не сможет, опять же, ответить. Скажет, да, я вот. Ну и так далее. То есть вот это систематическое уклонение от ответов на индексикальный вопрос приведет нас к тому, что мы поймем, что это машина, а не человек. Тест Тьюринга не поймет. То есть в таком виде китайская комната не проходит. Не проходит тест Тьюринга. Теперь, действительно, что если просто-напросто поместить в комнату, ну, условно говоря, ну, какого-то робота, ну, или какой-то агрегат, который, ну, например, видеокамера. Если я принес перед экспериментом банку Coca-Cola и поставил ее на стол, а потом спрашиваю, что вы видите перед собой? То он, вот не знаю смысла этого вопроса, но он видит в своей программе, что надо, так сказать, этот вопрос, эти символы каким-то образом преобразовать. Эти преобразования отправляют этот вопрос роботу, который управляет камерой, он наводит ее, распознает вопрос, наводит на стол, распознает предмет, который находится на столе, переводит на пергаментную форму и выдает ему. А он возвращает. Он все махинации, так сказать, манипуляции скрыты от него. Он может вообще не видеть камеру. И он не понимает, что это означает эти иероглифы. Таким образом, тем не менее, он правильно отвечает. Это помогает мне быть готовым. Фреш-шерт. Фарен и Холм. Это специальный вопрос.